Друзья, всем привет! Сегодня привожу некоторые гортензии в порядок, которые у нас по какой-то причине не в порядке. То есть там либо ветки сломались, либо вовремя они не были обрезаны, пересажены. Смотрите, почему нельзя оставлять пни на гортензии? Вот здесь пример хорошего среза, когда он обрезан ровно, то есть не зашли на сам вот этот вот ствол, но и не оставили пня, то есть ровно. И этот срез прекрасно зарос, то есть его фактически даже не видно. Что бывает, когда оставляются пни? То есть вот здесь вот можно посмотреть, ну, несмотря на то, что здесь такой вот пенечек маленький, но представим, что мы оставили большой пень. В таком случае у вас этот пень начнет постепенно сохнуть. Здесь не будет вот так вот зарастать, потому что ну, он просто не даст этот пень зарасти. И у вас там будет скапливаться вода. Это будет все мокнуть и образуется дупло. А дупло это всегда плохо, там будут скапливаться различные болячки, и вам вообще в итоге придется потом перерезать для того, чтобы исправить ситуацию. То есть вот здесь более свежий срез тоже видно, и он сделан правильно. Он уже, видите, начал зарастать, и постепенно он затянется. Поэтому никогда не оставляйте пни на гортензии, сильно, то есть резать прям внутрь нельзя ни в коем случае, но и оставлять пни нельзя.